Инициатива жителей в действии. На улице Беляева в школе Добер 13 имени дважды героя Владимира Джанибекова будет построена спортплощадка. На ее закладку приехал депутат Мособлдумы Владимир Шапкин. Спортплощадку создадут в рамках программы «Инициативное бюджетирование». Она позволяет жителям принимать участие в решении вопросов местного значения. Граждане самостоятельно обозначают, какие в городе имеются проблемы и по возможности участвуют в софинансировании проекта. В этом году в списке заявленных проектов школа в микрорайоне Бахчеванжи набрала наибольшее количество голосов, а это значит, что совсем скоро в образовательном учреждении будет построена спортплощадка. Родители дальше будут совместно с администрацией школы контролировать ход работ. Нам нужно качество этого проекта. Здесь будет спортивный комплекс, который позволит нашим детям заниматься спортом, сдавать нормативы ГТО. ГТО сейчас стоит во главу угла. Она дает ребятам, имеющим золотые значки, а наша школа имеет 5 золотых значков среди 9-х и 11-х классов. Это дает баллы к ЕГЭ. Поэтому нам очень хочется, чтобы наши спортивные ребята получали эти значки и получали баллы к ЕГЭ. В рамках программы «Инициативное бюджетирование» любой гражданин может либо самостоятельно создать проект, либо организовать для этого инициативную группу. В школе номер 13 активно действует родительский комитет. Его члены сумели выиграть конкурс уже во второй раз. Первый проект касался замены 76 окон. Теперь же по проекту «Инициативное бюджетирование» на территории школы появится спортивный комплекс. Андрей Цеходович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.